Жовтень є оптимальним календарним періодом для посадки троянд восени. Саджанці встигнуть сформуватися до морозів і добре перезимують. Як правильно посадити троянди, дізнаємось далі у програмі. Найбільшу площу на ділянці Марини Сластьонкіної займають саме королеви квітів. Тому вона добре знає, як їх посадити та доглядати за ними восени. Марина, поделитесь власними секретами. К сожалению, летний сезон заканчивается, и радовать цветы нас своим присутствием уже не будут до следующей весны. Но, тем не менее, в саду очень много еще работы, особенно с розами. Розы требуют к себе особого внимания, и в зависимости от сорта роз мы и начинаем свой осенний период. Выбор саджанцев троянд для посадки – важливый этап. Що ви порадите? Каждый, кто сажает у себя на участке розы, должен понимать, что вы хотите получить в итоге. Розы, как и люди, они со своим характером, со своей энергетикой роста, цветом и так далее. Если вы хотите посадить большую мощную розу, это может быть куст, или вот как здесь возле нас, это плетистая роза. Они занимают достаточно большие площади, и если вам позволяют участок, сажайте, пожалуйста, плетистые розы. Если же у вас участок совсем невелик, то я советую посадить или кустовую розу, или чайно-гибридную. Поэтому, прежде чем приступить к посадке роз, вы должны выбрать сорт. Это плетистая, чайно-гибридная, кустовая роза или почвопокровная. У попередніх програмах ви говорили, що є саджанці з відкритою кореневою системою і з закритою. Яка краще? Естественно, розы с закрытой корневой системой, которые продаются в контейнерах мягких или жестких, они на порядок дороже, чем розы с открытой корневой системой, потому что саженец с открытой корневой системой требует к себе немного большего внимания, чем саженец, купленный в контейнере. Чем отличие посадки роз с открытой корневой системой и в контейнере? Естественно, в контейнере посадить проще, потому что когда вы покупаете розу, у нее достаточно хорошо уже сформирована корневая система, и вам легко определиться, на какую глубину вы ее сажаете. Если вы купили розу с открытой корневой системой, вот здесь нужно немного подумать вернее, знать точно, как ее правильно посадить. У нас два саженца роз, и оба в контейнерах, но один в жестком контейнере, а другой в так называемом мягком контейнере, то есть в пакете. И мы сейчас покажем, как их правильно посадить. Саженец в жестком контейнере уже подготовлен к посадке, обрезаны все листики, укорочены веточки, и мы можем его сажать. А саженец в мягком контейнере еще предстоит подготовить. Что значит подготовить саженец к посадке? Мы купили с вами саженец в контейнере, он с листиками, потому что у нас было лето. Нам саженец необходимо почистить. Почистить для чего? Во-первых, для того, чтобы посаженный нами саженец не потерял лишнюю влагу, а, как нам известно, с листочков испаряется влага. Мы лишние листочки убираем. Но и потом, как бы вы хорошо не ухаживали за своим растением, все равно в течение лета на листочках скапливается некоторое количество грибковых заболеваний или вредителей. Когда мы с вами очищаем листочки с саженца, тем самым мы проводим еще и санитарную профилактику купленного вами растения. Вот смотрите, мы с вами обрезали все,
все листики. Забегая наперед, могу сразу сказать, все, что вы обрезаете, все листочки, ненужные веточки, не бросайте, пожалуйста, в компостную кучу, поскольку в этих листочках, как я уже сказала, скапливается достаточно большое количество вредителей и бактерий. Вы из этой компостной кучи эти бактерии принесете весной под ваши растения. Поэтому я советую все обрезанное лучше сжечь. Вот мы с вами подготовили саженец к посадке и теперь будем сажать. Чем нужно вооружиться? Лопатой и ведром воды. Поскольку мы с вами сажаем розу из пластикового контейнера, мы с вами выкопали ямку по размеру как раз вот этого контейнера. Осень у нас достаточно сухая, и поэтому землю необходимо как следует пролить. Мы с вами набрали воды и в эту ямку наливаем литра 2-3 водички. Пока у нас вода пропитывается, нам нужно достать наш саженец из контейнера. Для этого мы вооружимся ножом и берем и просто разрезаем пакет. Одно из главных правил посадки роз – это хорошее уплотнение корневой системы. Если у розочки останется воздух, который будет поступать к корешкам, она достаточно быстро заболеет и у вас почернеет. Поэтому не стесняйтесь, как следует утрамбовывать землю возле корневой системы. Даже можете немного притоптать ногами. Ну вот такой вот вариант у нас должен получиться с вами, Вика. Вот этот саженец посажен 2 недели назад, и как видите, он уже пустил живые почки. Вот такая горка, чтобы саженец не подсох, и в таком виде саженец спит до весны. Чи потрібно удобрювати ґрунт перед посадкою і чим? Для осінньої посадки я советую не класть удобрение в посадочную яму. Почему? Потому что любое удобрение стимулирует рост растений. А нам это не очень нужно, поскольку купленный саженец уходит в состояние покоя. Но если вы хотите, можно добавить небольшое количество, буквально горсточку гранулированного осеннего удобрения в посадочную яму. Но лучше смешайте, сделайте хороший компост. Это перегнившие листики, часть торфа, немного песочка. Вот этого вполне достаточно для того, чтобы посадить розу. Яка відстань повинна бути між кущами і від чого це залежить? В посадке роз есть некоторые свои правила. Но опять же, это зависит от сорта, который вы хотите посадить. Если вы сажаете чайно-гибридные розы, то это примерно 50-60 сантиметров куст от куста. Если вы сажаете плетистые розы, то это 80 метр и 1,20 метра куст от куста. Но недаром говорят, что в любых правилах есть исключения. Некоторые садоводы сажают и по несколько кустов в одну яму, чтобы получить большой, огромный, пушистый куст, как букет. Но новичкам я этого не рекомендую. Поэтому сажайте, пожалуйста, розы примерно 50, 60 и 70 сантиметров куст от куста. Чи можна проводити обробку від хвороби шкідників
Одразу після осінньої посадки саджанців троянд. Сразу можу сказати, що ні, не потрібно, оскільки температура воздуха зараз у нас опускається до нуля, а іноді вже і мінусова температура ночі, то всі вредителі вже давно спрятались глибоко під землю, і навіть якщо ви обробляєте саджанці, це нічого не дасть. Тому обробку від вредителів краще проводити весною. Могу посоветовать провести профилактическую обработку саженцев и грунта осенью железным купоросом. Это позволит весной меньше распространяться различным бактериальным заболеваниям. Попереду зима. После осенней посадки троянды потрібно укрывать. И как это сделать правильно? Некоторые сорта роз требуют укладки на зиму, какие-то сорта могут зимовать неукрытыми, но весь этот процесс занимает примерно 2-3 недели осенью. К нему надо, естественно, готовиться раньше. Что для этого требуется? Для этого требуется желание, хороший садовый инструмент и планы на весну. После посадки, осенней посадки, некоторые сорта роз лучше укрыть на зиму. Во-первых, это гарантия того, что ваш саженец хорошо перезимует. А во-вторых, это гарантия для новичков-розолюбов, что ваш саженец хорошо весной проснется и летом зацветет. Недаром говорят в народе, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Поэтому про укрытие роз мы с вами поговорим подробно в наших следующих передачах. Тепер ви знаєте, як посадити троянди восени. Головне, дотримуйтесь усіх правил, і навесні королеви квітів порадують вас чудовим ароматом.